Отходя от машины, попалась полушка, 1736 год. Сегодня у нас на дворе 5 августа. Так что так, копаем дальше. Сафран вроде хороший. Ладно. Деньги аж рекой посыпались. 2 копейки 1811 года. Убитые, правда. Ну ладно. Где стерня большая, там где ходить неудобно, там попадается. Почему я снимаю эту двушку? Потому что рядом лежала вот такая железяка. Она здесь лежала, а двушка была здесь. Железяка здесь. Так что так, Даус рулит с маленькой катушкой. Нашел какую-то финно-угорскую штучку. Трубочка какая-то от чего-то, не знаю. Вот украшение какого-то прониска или как они это называются. Ладно, копаем дальше. Тут рядышком сигнал еще какой-то есть. Вот попались 15 копеек 43-го года. Ну, вроде бодрые. Ладно, ищем дальше. Вот еще чешуечка попалась. Все выбито на этом поле, кроме чешуек. Кранчик изумительный. Очень, что она даже не ходила нигде. Сразу ее потеряли. Ладно, ищем дальше. Вот попалась 1/2 копейки серебром 1843 год. Монетный двор не видно пока что. Ну ладно, ищем дальше. В идеальном сохранчике, можно сказать. Поле монеты вообще не чиркано. Ну вообще не хожено. Ладно, ищем дальше. Первая чешуечка на сегодня. С этой стороны всадник хорошо виден. Стой, что там плоховато. Такую конинку нашел. Вот еще одна чешуечка попалась. Красота. Вот еще чешуечку нашел. Одна сторона это лысая, но это нет. Князь великий, да. И он гораздо. Попалась копеечка 1858 года. Александр I, по-моему. Ну, подубитая. Потом покажу. Ну, чешуечка нашел Петровскую маленькую. Шу Петровскую. Ладно, ищем дальше.